Это, наверное, какое-нибудь будет трехмерное изображение. Забиваешь что-нибудь, и тебе сразу хоп, там, куда пройти, куда, где, как, трехмерно, и все грамотно. Я думаю, Google к этому обязательно придет. Я думаю, что универсальная поисковая система это вряд ли будет. Все-таки люди разные, должно быть какое-то разнообразие, да? Ну, и в подходе к каждому человеку. Ну, происходит такая штука, что Google удовлетворяет мои требования и даже больше. Я как бы, может, даже не знаю чего-нибудь, а он мне говорит, а вот можно вот так. И я просто удивляюсь и начинаю этим пользоваться. Серьезно, у меня как бы в этом плане фантазии нет, Google идет впереди меня. Я ее вижу всеобъемлющей, большой, очень удобной, с интерактивным интерфейсом, как веб-игра может быть, ну вот что-то вместе с флеш-технологией, ну какой-то особый мир. Вот как сказочная игра. Вот полностью заходишь в эту игру и начинаешь искать то, что тебе интересно, и полностью находишься в этом мире. Вот, в принципе, было бы неплохо, если бы поисковая система задала мне вопрос, а что ж ты хочешь именно найти? И тем самым разжирил результат так, чтобы я получал максимально удовлетворительный ответ. Поисковая система должна быть, во-первых, удобной, во-вторых, с понятной морфологией запросов, ну и должна просто отслеживать, возможно, действия пользователя за компьютером, чтобы на стандартные поисковые запросы, допустим, студенты, как правило, будут искать учебную информацию. Вот я забил там реферат по философии. Он мне должен давать не только реферат по философии, но также варианты, где еще почитать источники этой самой философии. Я считаю, что поисковая система, наверное, которая должна быть в идеале, это именно та, которая обладает именно интеллектуальным поиском. То есть, пожалуй, именно та, которая на первой странице может отобразить именно то, что ты искал. Пожалуй, не просто поиск по отдельным словам. Что, во-первых, он должен выдавать запрос четко, да, вот именно то, что я ищу, именно по той фразе. Мне хотелось бы, чтобы поисковик, естественно, отвечал четко на мои запросы, да, то, что я хочу. Она, во-первых, должна быть всеобъемлющая, то есть любое направление, да, которое я захочу увидеть в поисковой системе, я должна просто набрать это слово и появиться, ну, масса предложений. Она должна быть простая и больше поиска именно по контексту, если мы говорим именно о поисковой системе в интернете, по поиску сайтов. И желательно, чтобы можно было меньше купить, как сейчас делают различные компании, которые проплачивают рекламу, да, и, соответственно, в результате ты находишь не то, что хотел. Во-первых, умной, чтобы эта информация была правильная, действительно та, которую я жду, чтобы мне не нужно было выбирать из огромного количества предложений, чтобы это было был поиск целевой и очень быстрый. Если будет такая поисковая система, которая поможет найти любовь, это будет супер. Я думаю, что в первую очередь, конечно, она должна искать не только слова, но и обязательно видео, картинки, вообще все, что не пожелает пользователь. Я думаю, что обязательно, что очень важно, поисковая система должна давать ответы на вопросы. Это система, которая позволяет тебе сразу же, введя запрос, в первой же строчке получить нужный тебе ответ. И на мой взгляд, эта система всегда будет актуальна. Это поиск, который дает мне ответы на мои нужные вопросы, не содержит рекламы, не содержит нецелевые ссылки. Или один ответ на один вопрос. Тебе много ответов на сложные вопросы. Она должна угадывать мои мысли. Это, конечно, невозможно, но это самое желанное, потому что иногда вот какой-то банальный случай, да. Если ты ищешь что-нибудь о группе несчастных случаев, ты вводишь несчастный случай, а получаешь какие-нибудь несчастные случаи на производстве и так далее. То есть вот поисковая система должна понимать, что я хочу. При том, что, конечно, завтра мне может понадобиться несчастный случай на производстве. Я думаю, это система, которая будет открываться везде, да. То есть сейчас мы начинаем уже, отходим от компьютера, переходим к ПК. Дальше непонятно, что будет с телевидением. И, наверное, все-таки это система, которая откроется везде и в каждую минуту. И поможет мне там, вплоть до любых инноваций, найти все быстро. Ну, я думаю, что она должна находить единственный вариант какой-то, но правильный. То есть выдавать всего один запрос. Универсально, чтобы у нее был хороший поиск, и самое главное, чтобы она была доступна для любого человека. Наверное, прежде всего, это простота. Простота и
все-таки удобство в каких-то моментах, в подсказках, в информации, которую можно мимолетно ухватить там передним задним глазом, и при этом особенно себя не напрягать. Я вижу ее следующим образом. Система выдает не ссылки в ответ, а выдает факт на ваш вопрос. И вот поиск в режиме реального времени, который недавно реализовала компания Google совместно с компанией Twitter. Интуитивный, прежде всего. Потому что самая большая проблема, когда ищешь по словам, а тебе выбрасывают совершенно другое. Только одни коренные слова, и не видно самой темы. Вместо того, чтобы получить, там, условно говоря, санаторий с лечением опорно-двигательного аппарата, мы получаем лекарства от проблем, связанных с остеохондрозом, к примеру. А хотелось бы, если я набрал фразу, то робот интуитивно мог понять, что, какие сайты я хочу или какие страницы хочу получить. Поисковые системы – наше будущее. Мы знаем о том, что доменные имена рано или поздно идут в прошлое. Это очень сложная идентификация. И вот глубокая интеграция поисковой системы вместе с системой доменных имен – это наше будущее. Это как для меня, как для профессионала. А как для пользователя, самое главное – это задать вопрос на естественном языке. Как зовут вот того человека в том фильме? И ответ должен быть получен. Вот будем ждать именно этого. А что я могу запросить любой вопрос и получить на него ответ? Будь то я могу картинку загрузить, выдать список релевантных картинок, или посмотреть, есть ли видео, которое соответствует этой картинке. Ну, соответственно, музыка. Закачал файл, получил то, что соответствует поиску. Ну, а слова вы уже сделали. Разумеется, он запоминает мои предпочтения. Разумеется, он учитывает отзывы других пользователей, в том числе моих друзей, и в первую очередь моих друзей. И он ищет умно по товарам, компаниям и информационным материалам. Поисковик должен искать не только в интернете, он должен искать какие-нибудь опции. Ты должен понимать, что если ты хочешь что-то найти, да, это, возможно, у тебя есть уже на компьютере, либо там где-то в сети, значит, на другом компьютере, и ты можешь найти как бы гораздо легче, вот, но просто ты этого не знаешь. То есть нужно иметь возможность, значит, выбрать не только поиск в интернете, но и во всех возможных местах, которые у тебя, ну, доступны в этот момент. Я жду, когда выйдет Web Ontology Language, ну, вот эта вся история состоится, и мы сможем осуществлять такой разветвленный семантический и смысловой поиск. Но мне кажется, это будет удобно, потому что, по идее, тогда все базы данных будут привязаны к каким-то ключевым словам, которые сейчас мы используем как теги, а тогда это будут, собственно говоря, точки, вокруг которых будет разветвляться вся-вся-вся информация во всех форматах. Это будет идеально. Вероятно, он должен выдавать только нужные результаты. Ну, то есть без какого-то спама, без рекламы, без поисковых агрегаторов, без мертвых ссылок, ну что-нибудь такое. Но мне кажется, что, во-первых, когда ты вводишь какое-то слово, должны отображаться страницы как на английском, так и на русском. То есть, допустим, у меня была недавно большая проблема, я хотела найти книгу Адама Парфри. Я смогла найти только на русском, ну вот в Google, Google.ru, страницы на русском, они были абсолютно убогими, вот, и чтобы найти его оригинал, допустим, на английском, мне пришлось заходить на другой ресурс, и, то есть, соответственно, трата времени. Хотелось бы, чтобы все сразу, и как бы, чтобы так было удобнее. На самом деле, Google на данный момент меня устраивает. Это поисковик, которым я пользуюсь в основном. Меня, честно, устраивают даже те, которые сейчас есть. Единственное, что быстродействие иногда бывает очень медленно, висят. Или выдают, может быть, не то, чего бы хотелось. Была, наверное, задача сформулировать, чтобы она тебе додумывала за тебя в поисковике, чего тебе нужно. А не потом переформулировать запрос нужно было. Подумала, сразу получилось. А от силы мысли, а иначе никак.
пока ты набьешь, пока то все, пока это, сразу надо, чтобы подумал, сразу все было. Наверное, быстрым, хорошим поиском, чтобы, ну, не находить всякий спам. Ну, поиск будущего должен, первое, наверное, это отвечать все-таки тому запросу, который ищет пользователь реально поисковым. Находить это быстро, находить это максимально точно, и причем поиск должен быть разноплановый по всем, как бы, по всей информации, которая предоставлена в большинстве. Да? Наверное, это будет самый важный критерий, а там уже какие-то дополнительные сервисы, может быть. Хотя неизвестно, как это все двинется, но главное все-таки, вот, первая задача поисковика, да, это найти то, что хочет найти человек. Думаю, это может только в мечтах быть. Но реально, на самом деле, идеального поисковика не бывает. И быть не может, наверное, никогда. Потому что все стремятся к этому, но идеала достичь очень сложно. Все меняется. И запросы пользователя тоже меняются. Он должен уметь искать, находить что-то нужное, а не то, что продвигают SEO-шники. Вот. Сейчас очень много на первые места выходит информации, которая, ну, не совсем подходит. Вот. Поэтому вот как-то нужно вот этот вот момент обыграть. И плюс очень хорошо, если бы наладили наконец поиск по видео и по музыке. По видеофрагментам, по музыкальным фрагментам. Это очень помогает, потому что очень часто там по радио слышишь песню, на телефон записал, а потом как найти. То есть технически это сложно, конечно, реализовать, я как программист говорю, но можно. Я пользуюсь активной RSS-подписками, но я, скажем, ожидаю конвергенции, то есть я ожидаю, что поиск, он будет, как сказать, я буду нажимать кнопку, и мне сразу будет выходить на автомате информация. Ну и, конечно, я ожидаю голосового поиска очень сильно. Чтобы она должна быть эстетичной, это явно. Вот. И, соответственно, как бы быстро искать. Мне нравится Google, например.